Безопасность превыше всего, и в канун новогодних праздников об этом не стоит забывать. Как сотрудники внутренних дел готовятся к обеспечению правопорядка, узнавала наша съемочная группа. Чтобы новогодние каникулы не стали головной болью, сотрудники МВД еще раз напоминают. В общественных местах, кафе, ресторанах, уличных гуляниях следует понимать, что праздник не только у вас, и вести себя так, чтобы избежать неприятных последствий. Алкоголь лучше покупать в проверенных местах, так проще избежать отравления. Если вы оставляете свое жилье на длительное время, убедитесь, что все двери и окна прочно закрыты. Во время праздников увеличивается денежный оборот, и вам легко могут подсунуть фальшивые деньги. В последнее время участились случаи подделывания 5000-х купюр. На что здесь хотел бы обратить внимание? Ну, первое, естественно, это микроперфорация, которая кустарным способом изготавливается фальшивомонетчиками и имеет шершавую структуру, если купюру руками трогать на ощупь. Плюс краска, которая используется на фальшивых денежных знаках, она имеет такое свойство, как стираться на изгибах. Купюра может расслаиваться. То есть это первые признаки подделки денежных знаков. В городах и районах Чувашии в новогодние и рождественские дни пройдет масса различных мероприятий. На обеспечение безопасности будут задействованы более 1000 сотрудников внутренних дел, 200 сотрудников внутренних войск и 20 сотрудников частных охранных организаций. Мероприятия у нас проводятся на постоянной основе. Как вы понимаете, что ежегодно опыт проведения мероприятий есть. Поэтому надеюсь, что все у нас с вами будет хорошо, все пройдет без нарушений, грубых нарушений охраны общественного порядка, под контролем сотрудников органов внутренних дел, ну и в том числе сотрудников администрации район городов, которые также осуществляют контроль за проведением праздничных мероприятий. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.